Добрый день, дорогие любители спорта, любители футбола. Юношеская футбольная лига вновь встречает команды на центральном стадионе «Труд» имени Льва Яшина в Ульяновске. На втором месте располагается команда в турнирной таблице UFL «Приволжье». «Волга», соответственно, замыкает эту самую турнирную таблицу. И стартовый свисток главного арбитра матча. И продолжается их атака. Слева вновь заброс в штрафную. Добирается до мяча 17 номер. Но не так, как хотелось бы. И мяч в руках у вратаря «Волги». 51-й Александр Сундуков. 27-й Карим Умяров. 17-й Сергей Устимов. Номер 17 Кузнецов Игорь. Главный тренер команды Алексей Кузнецов. Отличная возможность для волжан покинуть свою половину поля. И заброс на Артема Сергеева. Сергеев выходит один на один с вратарем. Удар! И как мяч разминулся со створом ворот. У нас тем временем перехват. И удар низом, с которым Куртюков должен справляться, он и справляется. Надо, наверное, еще вспомнить прошлый матч команд. Особенно защитники играют между собой с вратарем. Опять диагональ. Первым на мяче Карим Умяров прокидывает себе грудью, есть слева справа, сам бьет, но не очень сильно, в опасных моментах будет тяжело больше. Играли они, а здесь Владислав Миронов, первым на мяче все-таки будет, но острый уже угол, неудобно. Карим Умяров, пас вдоль линии штрафной, куда-то в сторону 11-метровой отметки, удар в касание, но не точно. После выхода на замену, вот здесь удар и гол! Забивает, если не ошибаюсь, Артем Чуркунов с передачи Алексея Соловьева. И поймали волжан ижевцы на контратаке. Ну что ж. Гол ворота команды «Волга» забил Чекуров Артем, номер 23. Счет стал 1-0 в пользу команды «Зенит» Ижевск. Сейчас уже «Волге» нужно что-то предпринимать, что-то срочно менять. А вот здесь хорошо выходит Владислав Миронов, выходил на ворота, и хорошо из них вышел, соответственно, Роман Молчанов. А в остальном матч довольно последовательный и хороший темп. Да, действительно, ничего не добавляет, 40 минут времени игрового у нас прошло. «Волга» играет в большинстве, практически в середине первого тайма, но проигрывает минимальным счетом пока. 94-й Владислав Миронов, 46-й Арсений Пришельцев, 80-й Вячеслав Репин, 48-й Егор Родионов, 22-й Артем Сергеев, 51-й Александр Сундуков. Это позиция для штрафного примерно та же, что была и в первом тайме, когда волжане попали в стенку. Стенку попадается и сейчас. И Сергеев пытался в одно касание мяч переправить, но Роман Молчанов сыграл уверенно. Вот мяча, но дальше продвинулись, а вот здесь какая опасная атака Ижевска, и удары! Был ли гол? А был ли гол? Конечно же, момент сумасшедший на самом деле. Вот здесь как обокрал Даниил Свешников, хорошо, и сам пошел вперед. Здесь у него поддержка в центре поля и отдает мяч туда, но это очень, не очень был подготовлен от удара, он не пришельцы наносил. Встречная атака «Зенита» в эти минуты, 20 номер отдает передачу на партнера, и есть возможность еще. И что творит? Что творит Куртюков? Просто великолепно! Великолепный сейв, великолепное спасение. И продолжает «Зенит» атаковать в эти минуты. Лучшая оборона — это атака. Хорошая передача и выход к воротам. Видимо, а сейчас тут была изначально другая игровая модель. А вот здесь Владислав Миронов входит в штрафную, делает прострел. Сергей Устимов бьет головой и... И вот сейчас звучит все-таки финальный свисток.